Лепшие спортсмены краины за безопасность дорожного руху. Республиканская акция под такой назвой прошла у Могилеве. Ведомые гонщики Беларуси продемонстрировали виртуозную технику керования и разом с Державной инспекцией нагадали горожанам о выполнении правил на дорогах. Тему протягни Илья Соболев. Лепшие гонщики краины и самые могутные автомобили. Республиканская акция спортсмены за безопасность дорожного руху проходит у Беларуси у 14 раз. Ее головная подея – спаборництво по хуткостным маневрованием. Могилевский этап акции стал первым в этом году. Мне нравится очень организация. Очень отлично, здорово работает УВД местное. И вот обеспечение безопасности здесь всегда на пятерочку проходило. Поэтому решили, чтобы, ну, как назовешь корабль, так и поплывет, чтобы все было красиво, чтобы без эксцессов было. Поэтому мы начали с Могилева второй год подряд. Чем больше на дорогах таких профессионалов, тем безопаснее будут наши дороги. Ну, как говорится, кто не любит быстрой езды, ну, вот показывать скоростные маневры, скоростной режим, конечно же, нужно на таких вот закрытых площадках. А на дороге нам необходимо соблюдать скоростной режим. Рух задним ходом, слалом, полицейский разворот гэтай и не только элементы чакалі досвечанных кіроўцаў. Сярод 14 гонщиков был и магілёўчанин. Готовить машину как бы и времени не хватает, там и финансовая сторона вопроса. Ну, в целом, как бы, чтобы, скажем так, показать, что в Могилеве есть любители данного вида спорта, которые готовы повышать свои навыки, умения. Вот я решил просто выступить. Будучи там подростком, я наблюдал пристально за гонщиками, за результатами, там ездил на соревнования смотреть. Вот. Ну, это, видимо, вот как-то отложилось и захотелось самому попробовать. Наш земляк один из лепших у категории аматоры. Для глядачов самыми цікавыми и захоплялими были спаборництва сярод профи. Ну, нравится гонки. Люблю дрифт. Игры играю всегда. Ну, а по телевизору, наверное, видел, все-таки отличается о чем? Конечно, ощущение паления резины. Ну, нам очень понравилось, да, ребята? Да. Он самый маленький наш сосед. Да. И вот мы спешили сюда. Соседи нам рассказали, что будет сегодня такой праздник, поэтому мы сюда и пришли. Очень мало таких представлений, поэтому смотрите, сколько народа. Я уже в прошлом году здесь был, болел. Переживаешь вживую, ты уже видишь, что люди стараются, смотришь. Конечно, новички есть новички, а профессионалы есть профессионалы. Эстафету республиканской акции Могилев передал Витебску. Андрей Шуляк, Илья Соболев, Денис Бутылин. Новина регион.